Вы смотрите канал Бадди Филм. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также новые зрители. Новым зрителям напоминаю, не забывайте подписываться на мой канал. Кнопочка находится вот здесь, внизу, справа от вас. А сегодня мы поговорим, как нам удобнее всего переносить стедикам Жиян в одной сумке. Почему? Потому что, если мы будем паковать наш стедикам в разобранном виде вот сюда в чемодан, а наш фотоаппарат будем паковать в фотосумку, а кроме того, в фотосумку мы с вами захотим еще положить вот такие вот предметы. Минимум два объектива, которые нам нужны для работы. Еще какие-то принадлежности, которые тоже кладутся в фотосумку. Нет, вот такие не надо. Как же это все сложить в одну сумку? С этим устройством вы, конечно же, знакомы. Раз вы зашли на мой канал посмотреть этот обзор, значит, вы с ним работаете или планируете его себе купить. О том, как сложить все в один чемодан, я уже рассказывал в своем предыдущем видео. В качестве такой универсальной сумки я выбрал имеющуюся у меня в наличии модель Vanguard, модель A-Price 43. Очень удобная сумка, она небольшого размера, а как вы понимаете, в процессе съемки, когда вы перемещаетесь со всеми своими вещами и у вас нет возможности их где-либо оставить, у вас нет помощника и нет ассистента, то прийти, собраться, все лишнее сложить в рюкзак, с этим перемещаться очень важно. Итак, как вот это вот все сложить вот в этот вот рюкзак? Как собрать, разобрать стедикам, вы уже знаете, поэтому тратить время на это не будем и продолжим с того момента, когда стедикам уже полностью разобранный. Наш стедикам в разобранном виде. Выглядит это все вот таким вот образом. Контрящий винт от фотоаппарата я закрепляю на вот этой вот держалке. Никуда не потеряется, не на платформе стедикама. Проверяю, что у меня здесь все вот в таком вот виде ровненько, ничего не выступает, ничего не задевает, винты все зажаты, и приступаю в первую очередь к укладке фотосумку. Укладывать начинаю сначала с стедикам. В какой карман? Самым удачным вариантом является вот этот вот наружный карман. Он очень большой, он по всему периметру сумки. О, тут даже у меня телефон живет. Как сюда положить? Так будет удобнее всего. Как я его размещаю в это положение? Я вначале засовываю ручку, вот так вот, засовываю ручку до самого низа, вставляю вот эту часть, проталкиваю ручку вниз, она уходит туда максимально глубоко, появляется возможность спрятать вот этот блок двигателей. До упора доталкиваю блок двигателей и потом площадку. Запускаю вот этот блок двигателя. Видите, площадка у меня осталась вот так вот наружу. И я ее аккуратно вкручиваю внутрь. Вот так. О! Вот у меня площадочка спряталась. Стедикам зашел. На сумке есть расширитель наружного кармана. Я его открываю. Получается, он там лежит абсолютно свободно. И мне теперь осталось положить всякие мелкие вещи. Батарейки я укладываю вот сюда, в наружный карман, чтобы они были под рукой. Сюда же можно положить запасной аккумулятор от фотокамеры. Весь набор ручек, кроме батарейной, она невысокая,
я укладываю вот в этот карман. Один, два, три, четыре. Положили на самое донышко. На самое донышко. Положил. Есть. Закрыл. Сюда еще можно положить необходимые вам атрибуты для съемки. Положили. Что у нас еще? Есть еще для принадлежностей по необходимости кармашек. Осталось положить объективы и мелкие части от стедикама. Это все идет по вот этим карманкам. Вот сюда. Объективчик один. По необходимости объективчик второй. Ручка без батареек. Она невысокая. Вот сюда ее. Положили. Еще у меня держалка для мобильного. Сюда же ее. Закрыли. И с учетом особенностей этой сумки, когда есть вот такой чудесный откидной карман, вот в этот откидной карман я укладываю вот это. Закрываю. Я собрался, у меня здесь полный комплект для видеосъемки. И осталось теперь собраться. И поехать на съемки. Как достать? Приехав на место, вы в первую очередь из этого отделения достаете то, что вам необходимо. Камеру, крепеж, ручку для аккумулятора, дистанцию, центральную часть стедикама. Как отсюда вынуть центральную часть ручки стедикама? Открываем замок до упора. Аккуратно выворачиваем платформу. Вот она выворачивается. Раз, вывернулась. Вот она у меня вышла. Не рвем карман, не рвем молнию. Аккуратненько выводим блок двигателей. Раз, вывел. Проворачиваем. Провернул. И очень аккуратно достал рукоятку. Осталось вложить аккумуляторы, подкрутить ручку, собраться, снимать. Как это все сложить после съемки, я вам рассказывал в начале своего обзора. Спасибо за просмотр, я прощаюсь с вами. Не забывайте подписываться на мой канал. Если видео было вам полезным, поставьте лайк. И смотрите другие мои обзоры, которые я для вас делаю. Спасибо, всем до свидания.